сейчас поеду на съемки на ТНТ, и, вы знаете, чувствую себя абсолютно спокойно. У нас был созвон с продюсерами, мы обсудили примерную концепцию, то есть я знаю, что я буду делать, только очень приблизительно. Поэтому я расслаблена, что важности такой какой-то завышенной нет, долгих часов подготовки, отработка сценария. Ну, а как-то доверюсь себе, буду, что называется, in flow, думаю, над русским аналогом, в общем, вы поняли. Короче, все нормально, я точно справлюсь, но, конечно же, ваши сердечки и ваша удача никогда лишней не будет. Потом все расскажу. Всем привет! Телеграм у нас для своих, и своим я запишу видеосообщение. Я несколько дней не выходила в Инстаграм, и пока не планирую, просто потому что много работы, много текущих задач, я готовлюсь к конференции, выбираю наряды, сегодня нужно сделать разбор, я встречаюсь с друзьями, тренируюсь, и все это супер плотно. И как-то пока хочется, ну, вот в этой плотности быть, не работая еще и блогером, наверное. Вот пока так. Я обязательно вернусь, но сейчас только вы увидите это сообщение.